Так, так. Так, слушай. Отстегнуть забыл велосипед. Думал, что поедем уже. А еще, оказывается, замок нужно снять. Я могу с аппаратчиком чехлохыка. Ну, зато останется там сумки. Садись. Как я могу бежать? Куда собрался бежать? Саш, некрасиво в гостях еду выпрашивать. Даже если ты голодный. Ты можешь спуститься по ступенькам, а я это объеду. Слышишь? Да. Ты мог бы спуститься по ступенькам. Я хочу спуститься по ступенькам. Так вон спускайся там где. Это для велосипедистов объезд. Кто-то велик поставил. Иди вот тут и спускайся, Саша. Да, жди меня там внизу. Turn right onto Frankfurter Straße, then turn left onto Dorothea von Reppenweg. Саша, садись. Я вас опять будем с тобой ехать. In 50 meters, turn right onto Eisenbahnstrasse. Что она сказала? Turn right onto Eisenbahnstrasse. Что она сказала? Я думал, она повторила после того, как я сказал, что она сказала. Да. Саша, покуха. Ага, да, это действительно водофон, это есть. In 200 meters, turn right onto Alte Neuendorfer Straße. Саша, не шатай велосипед. Летит всякая машкара, обязательно очки на велосипеде нужны, на мотоцикле тем более. Это лучше, конечно, шлем, но не факт. Наверное, зависит от... Turn right onto Alte Neuendorfer Straße, then your destination will be on the right. Подожди, мы
поворот проехали или еще не успели проехать? Вроде не успели. Your destination is on the right. Ты? Да. Это мы на почту приехали. И он звонит. Давай вставай. Мы прибыли за нашим поселком. За дроном.